Всем хай, дорогие друзья, меня зовут Валерий, и это рубрика «Бесплатные игры». Итак, сегодня в выпуске у нас бесплатное детище под названием Mutant Ops. Вот, как я понял, это, короче, чисто шутан такой, ну, простенький шутан, где нам нужно будет сдерживать волны мутантов разных, вот. Ну, если вы готовы, то ставим лайкос и погнали. Итак, здесь в меню есть еще какие-то скины, смотри. Я не знаю, что это такое. Но можно посмотреть, здесь есть скин пистолетов всяких разных, смотри, кликер P200, ASP, пистол, АК, смотри, есть АК, я могу выпуск, смотри, я могу здесь еще, охренеть, я могу еще здесь смотреть, что-то детали какие-то, но у меня пока, я не знаю, наверное, еще ничего не открыто. Так, чего? А это, наверное, покупать. Короче, давай посмотрим, что еще есть. Так, АК, бластер какой-то, бластер мастер, Little Devil, маленький дьявол, Мэгги, мини-бластер, All Reliable. Сап какой-то, короче, Скрапи, Хантерс БФФ, автоматик рифл, ЛРБ, снайперская винтовка и 3/6. Окей. Я бы выбрал, не знаю, 3/6. Здесь можно это выбрать? Как? Окей, ладно. Это, наверное, просто скины. Смотри, здесь апдатс какой-то. А, это обновление. Окей, ладно, давайте, погнали. Play. Есть кооперативный режим, есть соло и шутинг рай. Давай попробуем сначала соло. Выбираем базы. Ну, давай самый первый. Посмотрим самую первую. Окей. Итак. Можно прицелиться. Воу, нападает. Помидоры-убийцы. Опа, меня кусает помидор-убийца. Или это гейм-овер? В смысле? Я не понял. Меня уже загасили, прикинь, я уже проиграл. Окей, давай-ка еще раз, я что-то не понял. Вообще, смысл. Не, смысл-то я понял, но вообще не понял. Окей, ладно. Тачки, смотри здесь. Где там эти? Помидоры-убийцы. Либо это, знаешь, это не помидоры-убийцы, а это эти, знаешь, грелки, наполненные водой. По звуку, знаешь, ты, как будто грелка, да? Так, не знаю. Кто пользовался, не пользовался грелкой. Я помню, в детстве пользовался грелкой. Прикольная штука, чё, когда холодно. Когда холодно и выключено отопление, самое то. Когда нет у тебя там радиатора какого-нибудь. Так. Окей, а не показано, сколько нужно замочить, погоди. Это еще только первая волна, окей, ладно. Там видал, там пончики. А, все, первая волна пройдена. Смотри, тут есть пончики еще. А могу я как-то есть эти пончики, не знаю. У меня 599 баксов, кстати. Я могу что-то, наверное, проапгрейдить. Хотя фиг знает, погоди. Нет. Это, наверное, уже... Ох! Дикобраз. Меня замочил дикобраз, окей, прикинь. Так, ладно. Давай попробуем другую карту. База какая. Погнали. Какая-то военная база. Окей. Так, и снова грелки. Снова грелки. Я так понял, с каждой, наверное, волной будут добавляться разные эти монстры.
Там видал, смотри, пистолет лежит, я не знаю, можно как-то брать его. Опа, снайперка, прикинь. Снайперка, я могу как-то взять? О, я взял снайперку, прикинь. Это... Ай-яй-яй, кусает грелка. Грелка крупным планом, смотри. Нормуль. Так. Патроны интересные, бесконечные, нет? Или кончаемые? У меня, кстати, смотри, убавилось 588 стало этих баксов почему-то. Я же вроде ничего не покупал. Ладно, ждем, короче, вторая волна. Сейчас должны новые монстры пойти. Так, вот эти, по этим дикобразам, короче, по два выстрела. О, смотри, что-то новенькое. Погоди-ка, оп. А, это я покупаю, она вываливается, я покупаю. Вот эта тема. Скорострельная штука, это тема. Кстати, и снайперка тоже нормуль выносит. Ну-ка. Отлично. Главное не стоять на месте. В таких играх, вот, когда задерживаешь волны, да, главное не стоять на месте. Так, погоди, что там? Типа, чтобы выйти, надо 20 волн. 20 волн? Ты прикинь, 20 волн. Давайте, меня этой грелки уже задолбали. Давайте что-нибудь новенькое. -то. Давайте мне там супер-монстра. Супер-монстр какой-нибудь. Чтобы... У меня оружия уже хватает. Так, третья волна. Погнали. Пока только дикобразы, короче, и грелки на нас нападают. Так, пекаль нам не нужен. Я заметил, вроде как... Погоди. Бесконечные патроны или что? Смотри, сейчас, погоди. Сейчас посмотрим. Да. Патроны бесконечные. Только успевай перезаряжать. Где, где, где? Окей. Так, что-то новенькое, нет? Да, что-то новенькое. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Какая шустрая грелка. Так, окей. Смотри, там еще что-то лежит, или это такой же? Это такой же, наверное, да? А, это АК. А, ну, у меня такая же, да. В принципе, АК очень долго... Беги, перезаряжай быстрее. Бляха. Я три волны, короче. Три волны. Окей, давай посмотрим третью. Третью карту. Четвертая волна. А, погоди, смотри, а это получается, что, продолжается эти. Опа. В смысле, я что-то не понял. Смотри, тут оружие всякое, всякое разное. Четвертая волна. В смысле? А чё они? А как? А, это или это тренировка? Погоди-ка. Ну-ка. Стопы. Ух ты, ты смотри, сколько у меня бабосов. Так, а... Чем я не стрелял еще? Я вот этим не стрелял. Ну-ка. Это у нас три шестерки, да? Они не дохнут, погоди. А вот это что такое? Спайдер. Опа. Это да, это, наверное, тренировка. Здесь можно посмотреть. Смотри, как долго дохнут эти спайдеры, да? 9 фон. Так, погоди. Так, ладно, спайдеры, а что у нас здесь? Бат. А, бат это летучие мыши. Окей. Летучих мышей мы посмотрели. Не, погоди, мне понравилась, знаешь, какая? Вот эта вот. Она такая прям скорострельная прям. Так, что у нас там дальше? Скелетон.
Откуда у скелетов, короче, кровь? Окей, что дальше? Орки. Смотри, какое разнообразие, да, мутантов. Только они почему-то это. В смысле? Ну-ка. А вот это что значит? Одна, две волны. Так, ладно, понятно. А, орки, что там дальше? А, маги. Окей, понятно. Големы. Прикинь, прикинь. И не пробить. Драконы. Жесть. Какие-то обожравшиеся драконы, я не знаю. Любители фастфудов. Слайм. А, ну все, это по новой пошли. Это черепаха. Спайдер. Окей, это по новой пошли. А, мид-рейндж. Не понимаю. А, это типа далеко, вообще далеко. Понятно. Это типа обучалки, понятно. А как мне отсюда выйти теперь? Киплейнг, нет. Окей. Мы это посмотрели, теперь давай взглянем. Так, это, наверное. Понятно. Кооператив взглянем. Но я почему-то думаю, что кооператив мы с вами не сыграем, потому что. Потому что я думаю, в эту игру мало кто играет. Да ладно. А, ну типа ждем этих игроков. Понятно. Я думаю, этого мы не дождемся. Так, а что еще? Там еще один какой-то режим. Вот этот. Ну-ка, давай взглянем, что это за режим. А, понятно. Понятно. Так, ну ладно, давайте еще разок попробуем. Попробуем, наверное, соло. Давайте на военной базе. Вот. Сколько мы тогда? Три волны, да? Продержали здесь. На военной базе. Готово. Готово. И готово. Ну так, знаешь, короче, чисто позалипать. Делать когда нечего, играть когда не во что. Чисто позалипать. Ну если, знаешь, с народом, я думаю, с компанией, да? Может быть, просто херней пострадать можно было бы. Да, даже, знаешь, вдвоем. Чё-то ничего не выпадает. Давайте мне какую-нибудь пушечку поскорострельней. Так, а сюда ничего не входить, да, не войти. Окей. Черепахи пошли в ход. Ай! Я хочу, знаешь, посмотреть. О, снайперка. Какое? О, какая! Видал, какая? Цапнула. Окей, друзья. Ну, на этом, наверное, закончим. Вот. В принципе, понятно, что это за игра, что это такое. Вот. И в дальнейшем играть мы в нее не будем. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.